И вон еще летит, блядь, и вон Подожди, летит. подожди, подожди. Ёбаный. Ну что это такое летит туда быстро? То же самое двигается. Где там еще? Ну вон еще. Вон следующее. Вон следующее. Подожди, летит. Сейчас переверну камеру. Вон следующее. Относительно стоячий. Летит быстро, быстро. Вот я держу ровно камеру. Вот это вот на месте стоит одна, вы видите. Ты вернее видишь. Они быстро-быстро пролетают. Ишек быстро приближается. И они на одинаковом расстоянии все друг друга. Следующее он на подходе. Быстренько, стремительно. Это уже пролетело. Это уже третье или четвертое. Что это такое летит? И вон следующее еще одно. Так их много. Вот раз, два, и через Подожди. Одинаковое расстояние они летят. Ощущение, как будто бы круг. Вот такой, еще блядь. Одна. Вот еще они. Вот они летят. Но остальные стоят. Вот эти. Сейчас посмотрим, как они долетят. До этого места. Вот она летит, летит, летит. Вот это вот где-то стоячая у нас была звезда. Вот это вот. Вон та уже пролетела. Нет, это, ты это вот на посередине стоячая. Вот. Нет, это летит. Вот она двигается, а, двигается, да, двигается. Подлетает к стоячей. Ну. И след, блин, что это за ерунда такая, такой первый раз вижу. Пролетела. Вот на подходе летит. Блин, руки уже затекли. Там еще? Да, они все летят. Что за ерунда? Да а что они все летят? Я не знаю, что такое. А это очень близко подлетает, видишь? Угу. Стоячий. Угу. А вот следующая еще должна ближе. Потому что если так посмотреть, как-то они летят так вот по кругу. Пролетела. Но это же не самолеты. Да, ну один за одним на одинаковом расстоянии по одной траектории летят. Охренеть, я в шоке. Ой, видишь, как быстро? Вообще мгновенно пролетает. При том, что... За 2 минуты 30 секунд уже 5 штук пролетело. За 2 минуты. Если посмотреть вот правее, то она сразу идет на вот эту звезду стоячую, а потом как-то сворачивает перед звездой. И вниз, вон, видишь, немножечко да, они идут? Да, и пошли вниз. Ну вот, летит еще одна, приближается. Очень быстро, охереть. Ну все, вот это вот сейчас... Сейчас вот это вот пролетает, потом раз, два, и все, больше нету. Где там появляется на горизонте? Слушай, как будто точки какие-то как нарисованы. Вот еще одна приближается. Я и еще одна потом, потом больше все обрывается, нету. Больше нету. Как паровозик такой ощущение. Может, НЛО какой летит? Хрен не знаю. Ну ты же видишь, что пролетает? Ну, яркое, вижу, конечно. Или у меня глаза летят? Да не, как у тебя может лететь глаза, если оно справа налево просто улетучивается все? Как они? И вот, вот последняя звезда на подходе. Ну, это не звезда, но такое светящееся. Последнее светящееся тело на подходе. Больше все, больше нету. Пипец. Ну остальные все стоят. А куда они улетели? Ты посмотрел, куда она летит? Посмотри за ней. Они улетают куда-то туда. И пропадает. Да. Это последняя? Да, вот это последняя пролетает. Ну, сейчас мы за ней пронаблюдаем. Куда она полетит? Вниз куда-то. Охренеть. Что это за тема такая? Это же не звезды, что они падают, звездопад, когда говорят. Да ну глупости какие. Это какая-то на паровозе какой-то НЛОшный. Охренеть. Жалко, что нет Луны, то было бы видно относительно Луны как. Вот ну, относительно да. Вот фонарик, вот наш светит фонарик. Фонарь светит практически вот возле этой звезды, которая на месте стоит. А те уже все, вот, вон значит, двигается. Последняя уходит. Вон она уходит. Все, больше нету. Что это такое было? Я не знаю. Все, больше нету на небе ничего. Нету, все, все, все стоит. Все, на небе все остальное чисто. Вот ориентир, которого мы держались. Пипец.